В Одинцовской библиотеке номер 1 прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В нем приняли участие ученики 8 классов 11 гимназии. Лекцию по теме «Антитеррористическая безопасность» ребятам прочитала старший инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального управления МВД России Одинцовская, майор полиции Екатерина Шарыкина. Майор полиции настоятельно рекомендовала школьникам быть крайне осторожными с бесхозными вещами. Взрывное устройство может находиться в чем угодно, в пакетах, мягких игрушках, небольших сумках и прочих предметах, которые на первый взгляд не вызывают беспокойства. Главное их не трогать и как можно скорее обратиться по номеру 112. После лекции участникам встречи показали фильм «Думай, действуй, выживай», из которого подростки узнали, что необходимо делать в случае угрозы жизни и здоровью. Например, если оказались в заложниках. Самое важное правило в такой ситуации – не бежать и не кричать. Накрыв лицо руками, нужно притаиться и постараться справиться со своим страхом, глубоко дышать, считая до 10, и не впадать в панику. В фильме рассказали и о действиях, которые необходимо предпринять, оказавшись под завалами взорвавшегося здания. В Одинцовской полиции считают, что подобные лекции являются хорошей профилактической мерой, способной донести до сознания подростков правила поведения при чрезвычайных ситуациях. Практика таких мероприятий будет продолжаться и впредь.